сказали, что башни Кремля, по сути, уже сливают Путина. А есть ли у вас понимание, кто может стать его преемником, кого могут готовить ему на замену? Однозначно это будет представитель политической элиты. Забудьте о существовании российской оппозиции. Вот сами журналисты, не только украинские, сами журналисты по всему миру, и американские, в том числе и европейские, просто из них, из этого мыльного пузыря делают что-то такое. Даже там у них нет такого представителя, как та же Тихановская. Да, Тихановская худо-бедно, она как будто была, принимала участие. Она также, скажу вам честно, не представляет никакой такой сильной личности, харизматичной. Это тоже какой-то мыльный пузырь, который сегодня накачивается со стороны Запада. Но там есть хотя бы юридическая, политическая подоплека. Да? Там были выборы, там был политический процесс. И как будто бы она была лидером, кандидатом, да? И который там она поддержала. Поэтому с ней можно работать. Опять же, посмотрите, как это совершенно не работает в предметной плоскости. А в России этого же вообще нету. Поэтому вот эти все, которые вы думаете, они тут в Брюсселе встречаются, там все, это все сами западники накачивают, сами западники вкладывают гранты, раскручивают деньги, на этом делают карьеру. И не только им хорошо, это делают и многие на Западе, но забудьте, это совершенно не та тема. Вот как Ельцина избрали из политической элиты, вот как Ельцин избирал из политической элиты Степашин, Примаков, Путин, из какой элиты он брал, из спецслужб, вот точно так же и будут вот те, которые сегодня сливают, и те, которые, между которыми происходит конкуренция, которые рано или поздно вынуждены будут договариваться на какой-то компромиссной основе, вот как они договорились, Путина дали вперед, да, это тоже была компромиссная фигура, потому что Путин по сравнению с Примаковым, по сравнению со Степашиным вообще не представлял никакой такой большой личности. Примаков вообще был авторитет, харизматичный человек, директор СВР, он всю жизнь провел во внешней разведке, это был разведчик. Это был на самом деле разведчик настоящий, как говорят. Путин не был разведчиком, он не был, не занимался никогда разведывательной деятельностью. Я за границей работал, я знаю, что такое служба внешней разведки и что такое офицер безопасности, который отвечает просто за бумаги, там, за бюрократические моменты, личные дела, там, специалистов, там, чтобы было все в бумагах, все нормально. Это совершенно не тот человек, который занимается вербовкой, который занимается сбором информации, шпионит и так далее, и тому подобное. Этим занимаются совершенно другие люди, резиденты, которых никто не знает. У них есть политическая крыша соответствующая. Он может быть советником-посланником, он может быть первым секретарем посольства и много чего другого. Да? То есть это я четко могу знать. Поэтому Примаков из этой категории был. Степашин точно так же. Это генерал-полковник. Это человек, который не случайный человек в этой системе. А и вдруг на фоне таких генералов останавливаются на подполковнике. Значит, это был компромисс между тем же Ельцином, между той политической элитой, которая была тогда у власти, и олигархами в том числе. И, конечно, семья Ельцина остановилась на нем. Я имею в виду Юмашева и Татьяну Диченко. И, естественно, договорились на этой должности. И в самом начале все работало нормально, пока эта система не стала завинчивать гайки и убирать олигархов, которые здесь не стали соответствовать этим правилам. Да, это касалось и Гусинского, это касалось и Березовского, это касалось Ходорковского, вот этих всех. И в конечном итоге полностью они захватили власть. И сегодня все видят. Вот все вот члены Совета Безопасности, это все представители Комитета Госбезопасности. Все. И там меньше генерала никого там нету. Тот же Песков, он генерал, чтобы вы знали. Песков, пресс-служба, он также это такой кадровый генерал. То есть это все говорит о том, тогда был такой компромисс. И вот сегодня, волей-неволей, пока идет противостояние, пока конкретного персонажа нету. Но это однозначно будет персонаж из этой политической элиты, с которым согласятся все, которые вот сегодня считаются себя политической элитой. Да? Потому что здесь и олигархат криминальный, здесь и вот эти башни Кремля, здесь это, потому что нужна стабильная ситуация. Просто они понимают, что сегодня Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. Просто как это все сделать для таким образом, чтобы это не отразилось бы, так не очень сильно ударило бы по фундаменту этой страны. Потому что, вспомните, когда Ельцин ушел, через что им пришлось пройти для того, чтобы цементировать эту власть. Тогда, вспомните, и Беслан, и Норд-Ост, и взрывы домов, Волгодонск, там, в самой Москве как минировали эти дома. Для чего это сделать? Страх нагоняли, да, чтобы люди были готовы отдаться спецслужбам. Вот спецслужбы пришли, мы вас спасаем. Вот, и потом пошло вот этот термин «мочить сортиры» и так далее. Таким, кстати, и Ельцин повторил в свое время этот сценарий, когда того же Лебедя взял к себе секретарем Совета Безопасности. Это тот самый Лебедь, который говорил «упал, отжался». Да? То есть
вот этот менталитет. Я к чему веду? Российский народ, он, ему этот менталитет ближе. Менталитет Лебедя, менталитет Путина, вот этот сленг с подворотни, вот то, что они говорят. Да, поэтому у них «Бандитский Петербург» — самый хороший фильм. Они не ставят фильмы Достоевского, Чехова. Они сегодня ставят, посмотрите, какие сериалы у них. «Бандитский Петербург» вот так за последние 20 лет, да, в разных вариантах. То есть это к чему я веду? То есть они вот таким образом, это идеологическая составляющая. Ну, я уже про криминал уже вам говорил. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, кто будет, однозначно представитель этой системы, конкретно сегодня никто может сказать. Здесь это может быть и Патрушев, здесь это может быть и Бортников, или кто-то даже из тех, чьи фамилии сегодня, ну вот, не появляются. Тот же Демин может быть, понимаете? Здесь вопросы же какие будут играть? Для того, чтобы тот преемник, который придет, тоже он хотя бы по правилам работал бы, так же, как тот же Путин, да, то есть вот правила написали, не трогать вот это, не трогать вот это, и как будто бы работать, и как будто бы он же, видите, он пошел на все эти соглашения, и худо-бедно он их выдерживал. Даже сегодня в мятеже того же Пригожина они все не знают, как это будет выглядеть, потому что Пригожин из этой системы, Пригожин входит в криминальный олигархат, и как это будет, и он не сам по себе, он сам по себе не принимал такое решение, он сам по себе это не делал. За ним стояли конкретные кукловоды, за ним стояли та группа конкретной какой-то башни. И здесь не дело только в одном Пригожине. Здесь идет вот это противостояние. Чем это закончится? Вот это мы будем все видеть. Просто украинцам, я имею в виду в первую очередь, вашей разведке, вашему военно-политическому руководству, внимательно надо этим следить. Это очень хорошая ситуация для вас, для того, чтобы усиливать давление на фронтах.